Всем уже привет, с вами Гантрус. Мы продолжаем играть в Лего Гарри Поттер. И давайте уже начнем. Confirm load, yes. Что ж, сегодня я надеюсь, что я поснимаю намного дольше. Наверное. Окей. Продолжим историю, наверное, потому что игра Лего Гарри Поттер очень интересная игра. Да, собственно, begin year 2. То есть у нас уже один год прошел, и сейчас начинается второй год уже Гарри Поттера. И это круто. О, касценка. В смысле? Никакой магии в доме? Типа его забрали или что? А! О, Добби! Тоби, what the fuck are you doing? Ладно, давайте пропустим. Йо-йо-йо, what the fuck are you doing, bro? О, о, shit, no! О-о, кому-то пиздец. Под домашний арест, классно. У них уже есть дрель. Хотя, ну да. Это же современно вроде мир, да? Не, графика приятная, честно. Хоть и картонная. Если так смотреть, да, на забор картонный тупо. Опа. Рон, здорово. Сейчас, смотрите, чекайте. Бэу. Бай-бай. Па, упал лошара. Спринский. Я один не понимаю, как пропустить. Я нажимаю на все. Ну, видимо, никак. Ну, ладно. Ну, в принципе, это интересно. Хотя я и видел уже. Гаша! О, кстати, я купил новое, короче, у меня денег тупо нет, не осталось, и я купил себе вот эту прикольную штукенцию. Смотрите, чекайте. Смотрите. Мэн тупо танцует, реально. Чё-то я опять недовольна. Я не знаю, протекать что там. А, ну вот все. Здесь ничего не затопится. Нет, не затопилось. Ну ладно. Я много чего интересного нашел вообще в этой игрушке. В плане много чего. Так, тут надо приготовить, наверное, ужин, я так думаю, да? Типа. Ну а что еще можно напоминать это? Типа, не знаю, ужином приготовить, я не знаю. Опа, сова. Нифига. Чё сова тут забыла? What the fuck? Да, домик, конечно, какой-то маленький. Ну, не то чтобы маленький. Просто какой-то маленький. О, я понял, я-то вспоминаю, кстати, из самого фильма. Типа, ну, они кидают и куда-то телепортируются, если помню. Да-да-да-да-да. Давай ты попробуешь, Гарри. Ну, окей. Не, графика приятная. Думаю, следующая игра будет у меня по Лего. Это, наверное, Лего Бэтмен, может. Лего Гарри Поттер. Ой, следующий Гарри Поттер. И либо Лего Пираты, потому что пираты, бляха-муха, они чертовски интересны.
Я, кажется, понял, кстати, где он находится. В магазине вроде каком-то, если не ошибаюсь. Вроде бы, если не ошибаюсь. Вроде в каком-то магазинчике. Вроде бы. Чё за херня? Да это же Хагрид, ты чё? А, все просто, к нолю, нормально. Но они же лего-человечки, ё-моё. Логично. Чё с ними надо сделать, я не понимаю. Ха, взорвался нам. Ладно. Дальше, что нам нужно вообще? Так, смотрим внимательно, смотрим. Так, рука. Так, рыбки. Ожили. Нормально. Такие. Сейчас, извиняюсь. Водичка. Почистил. Ну, можно. Ну, можно. Кстати, что там челик? Надо помочь. А, там дракон, окей. Ну ладно, но... О-о-о, обожаю, обожаю, ребят. А, эта херня за нами смотрит. А, тут нужен Хагрид, окей. Хагрид, where are you? Тут очень, конечно, все странно работает, согласитесь. Так, и чё нам куда? Давай, держи, братан. А далее, далее, давай, давай. Опа. Красавчик, мужик. Оп, спасибо. Куда его нам, я забыл. Сюда. Так, ладно, пойдем еще наверх. Я думаю, наверх еще никто не откажется. Да, в магазине, как оказалось. Давите, тут шляпку собрать, в принципе, это not bad идея. Может, пасхалка какая-нибудь. Нет, ни хрена никакой пасхалки нет. Ну и ладно. Пойдемте уже. Да, как видите, оказалось, что это у нас что? О, я это помню, чуваки, я это помню, помню. Прям вообще. Я это помню, помню, ребята, помню. Вот кто не помнит это вот дерьмо? Я уверен, что многие помнят вообще вот такое. Так, мне надо поменять, я не знаю. Что мне надо сделать? Нет, вряд ли. Может обойти. А. В чем прикол? Не знаю, но. Так, нам нужен Хагрид. Давай. Опс, спасибочки. Ну, как все просто. Хм. Ого. Слушайте, а можно мне такой сундук? Воу-воу-воу-воу-воу. Мы это факт испробовали. Так, Хагрид, иди сюда. Или кто у нас? Хагрид. Да, Хагрид вроде, да? Хагрид. Что происходит? Это кто? И кто? Ху. Че это такое? Эй!
Level complete. Юху! Уху, бэби! Harry Potter Sweater Unlocked. Уху! Мне пофиг. На 47%. Да, не получилось. Заработали мы 24 тысячи, не 31 тысяча, 32. Ого. Конечно, я их потрачу, естественно, потому что я их трачу на какие-то разные заклинания прикольные. Continue story, залики. Давайте по continue story, почему бы и нет. Все-таки история интересна у нас в Гарри Поттере в этом, да? Оу, мы снова здесь, we are here. Блин, графон реально охрененный. Скажите, ну серьезно, кому не нравится тут графон? Че за приколы? Фа. Че за хрень? То есть они по всему миру что ли так вот? Типа... А, серьезно, это на земле находится? Если тарян на земле находится, то... То, знаете, у меня какие-то предчувствия. Да, машинка сама уехала, нормально. Странно, да? Куда нам идти? Чё, иди опять нас куда-нибудь. Ё-моё. Ты чё, я офигел? Как я туда тебе пройду? Как я тебе туда пройду, дед? Объясни мне. Как я пройду тебе это всё? М? А. Окей. Куда это нам? Я так понял, никуда. Куда нам это? Ага. Опять и снова это дерьмо. Ладно, хорошо, давайте искать, где нам... Ага, вот сюда. Окей, я сразу не догадался, в принципе, я ж тупой. Мы же все блогеры тупые. Ладно, мы не будем особо отвлекаться на это все дерьмо, потому что, ну, как вы сами понимаете, нам это не нужно пока что. Мы проходим сюжетку, а потом я уже как-то, ну, без всякого малейшего понятия буду проходить уже, ну, как бы вы поняли, уже... Проходить уже буду все на 100%, ну, абсолютно все на 100%. Ну все. Ну, я бы такой херни, кстати, не раздражался бы на самом деле. Я бы такой штукой, кстати, не раздражался бы на самом деле, потому что, ну, учитывая, как какую музыку я слышу. Учитывая, какую музыку слышу. Ну, слушаю. И они смеются еще. Press to get your armors. И в чем прикол, ребята? И в чем прикол, собственно, объясните мне. Все, сиди, блин, ё-моё. А давайте на них, кстати. Ха-ха-ха, на них работают. Но они с вами продолжают смеяться. Я. Yeah.
Ничего он на меня палкой тыкает, слышь? Найс. Классно. Не думаю, что это нам будет полезно. Хотя, ну, фиг его знает. Классно, чувак разобрался. Ладно. Так, в принципе, я их могу вынуть. Да, я так понимаю. А что если сделаю так? Так, ну и погнали, в принципе. Куда нам дальше? Я так понимаю, нам назад надо, да? Тут указывает даже. Что нам надо назад. Только вот куда и зачем? Ну-ка, веди нас, призрак. Не понял прикола. Не, я не понял прикола. А что за штукенца? Отлично. Если на кота могу повлиять, кот вообще не в шоке, не впечатлен. Знаете, я сейчас буду опять тупить и еще раз тупить. Хотя, находится прямая прям штукенца где-то рядом. Только вот где? Вопрос я сам не знаю. А, туда. А. Знаете, иногда я тупой бываю. Но это уже неудивительно. Хочешь, тебя оглушу, чувак? Ага, сразу сваливаешь, лошара. Лох. Сразу свалил. А, погнали, дедок. Или кто ты у нас? Что ты у нас такое? Так, слушайте, мне это интересно. К чему эта штукенция была? Как вы думаете? Дональд Трамп, не Дональд Трамп? Не знаю. Я не верю этим источникам. Так, я думаю, нам сюда. Ну, тут все очень довольно просто сделано, согласитесь. А, ну и там выпали монетки, их мало вообще. Зря старался, знаете, так сказать. Ладно, давайте вот поиграем еще немного и все. Бля. Hold to freeze. То есть нам надо вот. А что нам надо сделать? Holding objects. Hold to freeze pixel. И что мне надо сделать с ними? Вопрос. Я не знаю, что с ними делать, алло. Я не знаю, что с ними делать.
Их ломать я не знаю. Знаете, мне как-то пофиг. Так что да. Вау. Ради монеточек всегда классно. Па. Ну-ка. Ха, забавно седлается. Так, а надо 4. Так. Ну, в принципе, отлично. Классно. Да ты серьезно, чувак? Мне опять их ловить? Bro, it's cringe, you know? Знаешь, что кринж? Ура! Что дальше? К этому чуваку идти или что? Йоу, мы все его выпустили. Ой, то есть убили. Чё дальше? А дальше отсюда валить нахер. Я так понял, да? Ну да. Даже что тут мужик свалил туда в свою комнатку. Ну ладно. Куда ты на сей раз наш поведёшь, призрак? А, сюда. Фу, пауки даже в лего стиле. Они чё съезжают? Это странно. Чё за херня? Кот, кот. Бедный кот. Чуваки, реально бедные котяры. Тупо чучело, бляха-муха. Тупо чучело. Ой, я люблю посмеяться над этими шутками. О, новая катсценка, кстати. У нас снова опять новое приключение, вы знаете. Новое приключение. Знаете, кринжовая ситуация в данной ситуации. Я знаю, мы должны были следовать за тем, мы должны были следовать за тем призраком, но, к сожалению, мне пофиг. К сожалению, мне пофиг, честно. Но, к сожалению, не к сожалению. Ну, так всегда, знаете, бывает такой, вроде думаешь такой, ох, сейчас, блин, я пойду за этим призраком. Ага, сейчас размечтался, я пойду прям. Я, конечно, понимаю, что игра на это указывает еще много раз. Будет указывать мне, типа, ну, ты говно, ты не следуешь за тем и за этим.
Я говорю, такой, да мне пофиг. И вот эту. Потом. Да. Это соль такая большая или чё? Ха! Все сюда, в ингредиенты. Оп. Ну вот и все. Отлично. О, кстати, супер. На 100к практически, кстати, собралось. Это неплохо. Это хорошо. Да. Они опять за ним бегают. Ну, в принципе, неудивительно. Куда дальше нам? Ты думаешь, ты уверен? Туда? Ну, знаете, я не особо хочу. Ну, он сразу перелез как Бэтмен, прикольно. Только не говори, что я буду вот это играть. Понимаете, я не особо люблю это. Оп, ха-ха-ха, неловко вышло, ребята. Блин, да что это за херня такая? Какая-то странная. А, это Добби у нас. Добби план. Хорошо, сейчас, ребята, короче, пауза небольшая. Так, ребят, мы вообще хоть продолжаем? Так, немножко извиняюсь за паузу небольшую. Просто что-то не знаю. Так, нам нужно что? Правильно. Это сначала. Извините, если будет, типа, там экран будет сужаться, там, ну, сузится там и прочее, потому что... Не знаю. Не знаю, просто так захотел, наверное, допустим. Воу, what the fuck is this? Чё? Чё? Добби, блин. Да. Чё за хрень, Добби? И где он? Так, нам нужен этот. Заметили, что тут персонажи не одинаковые? Ну, не знаю. Не знаю, как-то странно, да? Что они все одинаковые. Добби, what the fuck are you doing? Добби, серьезно, это не смешно. Добби, это не круто. What the fuck? Добби, тебе сейчас пиздец будет, ты понимаешь? Не, видите, какой Добби охреневший вообще. В край реально охренел. Почему так вот тут, знаете, вот, за что он, в принципе? Типа... И в чем прикол? Не вижу смысла. Может, я не знаю. А, все, понял. Погнали. Так, где у нас Добби? Добби.
Добби, ты кретин. Ты знаешь это? В одном из шкафчиков, ага. Мне нам нужен Хагрид. Такс, смотрим. Угу. Какая-то херня. Очень вылетело. Не понял. Прикола. Мы тоже заметили. Какое-то странное. Так, ну тут вообще не важно. Так, Украина. Ага. Хотя причем тут Украина, не ясно. Тут просто блоки такие классные. Ну и все, в принципе. Добби, тебе капец, ты понимаешь, Добби? Видите, какой проказник, я же говорю. Добби очень какой-то смышленый сам по себе персонаж. Ну, если так судить, да? Так, нам нужно сюда или куда? Что-то вообще не понимаю. Не понимаю. Как нам? Как нам? Как нам? Такой вопрос однозначный. Как нам перебраться? А. Окей. Не понял. Может, Хагрида, я не знаю. Не, не тоже не знаете. Ну ладно. Фу, так. Чё у нас? Так вот эти. Изи. Добби, выходи. Все, Добби. Чё за хрень? А чё нам нужно? О, будем спасать Гарри, чё искать? И что ты с ним сделал? Еще только с... Так. Он дождь, что ли, прострадал? Или что? А? Он что, тоже пострадал? Ха, странно, да? А можем за нее играть? Офигеть у нее, смотрите, способности. Она может без этого. Без этого, алло. Понимаете весь прикол? Она может без этой хрени. Абсолютно. Понимаете, в чем прикол? Она может без этой штукенции брать их. Это самый хороший персонаж, кто сейчас видел. То есть, вы понимаете? Она может без всяких вот этих наушников брать это. Она вообще кто? Видите, она... Я ей пофиг. Вопрос только, типа, как, почему? Как такое вообще возможно? Такой вообще персонаж есть, которому вообще пофиг абсолютно, ну, на это. Типа...
Гарри, все нормально? Я думаю, нормально все. Наверное. Ну, я не супха, не знаю. Так, ну, нам по сути надо. Так, Добби, кстати. Добби. Слушайте. Все больше и больше интересного мы находим. Да, боже, ты надоел. Отлично. Нам остался еще ингредиент. Только нам где его найти бы? Давайте посмотрим. Давайте будем искать. Так, ну. Не, тут нам нужно, кто у нас там? У нас владеет вот это. Угу. 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 Ага. Да, немножко туплю. Ну, это, в принципе, моя особенность тупить. А он на него не действует. Видите, ей вообще пофиг. Типа, она держит даже без этого. Может, она оглохла, оглохла. Ну-ка. Ну-ка. Через эту хрень. Level complete, free play unlocked. Мы Добби разблокировали. Да. Так, собрали денежки, голбрики. Что ж, на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Агандриус. До новых встреч!